Россия, солнце восходит, вои освещая пути. И русскую песню заводит горячее сердце в груди. В каких бы уголках, краях земли отчизны нашей пришлось нам тропами, дорогами идти. Везде мы помним ранг божественный свой, человеческое звание нести. С открытым сердцем в праздниках и в буднях нам в жизни творчестве любви и радости не занимать. И родину красивую, великую Россию мы не устанем воспевать и величать. Сейчас, после грандиозного успеха в Мулен Руж, единственное представление в России. Встречайте, специальные гости, проездом из Парижа в Жмеринку. Шоу-балет «Веселые подольчанки».
центра. Многогранен и талантлив. Виртуозный ювелир, экстремальный акробат и каскадер. Человек-оркестр. Почетный кочегар, опытный глотатель шпаг, ветеринар. И просто хороший человек. Но сегодня для вас он будет автором и исполнителем собственных песен. Встречайте, Илья Новожилов и ансамбль «Любовь к земле» с песней «Поиск мечты». Можно помолчать, но только молчать, если мир не меняется легко. Можно постоять, но только стоять, если в мире дело не закон. Как молчать или петь, как стоять или шаг, так и жить не без веры, как и свет и тьма. Я задал свой вопрос и запомнил ответ, но я знаю одно. Жизнь происходит сейчас. Я ж тебе молодого сумасшедшего подвела.
сказала, ты сказала, ты сказала, ты сказала. Работу не веселье не идешь, ты всю неделю все даремно жду и жду, краще я в руки піду. Нет, пропустила. Но мне вот так хотелось туда попасть. Тебе очень повезло, потому что сейчас будет повтор лучших моментов. Пойдем скорее. Эй, l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillette, ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, avec plus belle. J'ai gagné le gros lot. Ce soir c'est la vie de château. Pam pam pam, fais-nous voir le ciel. Pam pam pam, fais-nous du soleil. Pam pam pam, rends-nous les ballons rouges, les ronds de notre enfance. Pam pam pam, fais-nous voir l'amour. Pam pam pam, c'est son meilleur jour. La place du terre a préféré mon mari. Si le lapin agit, la cuir a eu toujours bien mieux que le pétrin. On vous laisse vos tours et frères et mon parrain. On vous laisse nos marches pour grimper jusque là. En plus pour vous, si la nuit quelquefois au clair d'un réverbère, on croise nos respirants venus vous dire un petit bonjour en passant. On échangerait bien si ça pouvait se faire. Ce soir c'est la bourrasque, je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors tes grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Pam pam pam, n'aie pas peur de nous. Pam pam pam, on n'est pas voyous. Pam pam pam, choisis ton endroit, nous on s'y connaît pas, on fait confiance. Pam pam pam, on n'est que d'amis. Pam pam pam, tu payes un samedi. Pam pam pam, fais-nous une pierre, mais on fait une plat, une plat. Les yeux qui dansaient dans les miens,
Мы еще не разбили, еще повредим, как
сцене красные девицы и добрые молодцы. Встречайте! Ой, публики-то как много. А вот в наши стародавние времена, когда еще никаких спа-салон, этих модных бутиков и в помине не было, красавицы ожидали могучих, прекрасных богатырей. Из их ратных подвигов вот так. Yeah.
Thank you.
друзья, специально для вас звездные теноры из Италии. Доминго, Карерас, Велазон с песней «Вечер в Соренто». Встречайте! Соломико Капетардо Веста. О, но, о, мама мия, а дьявол австранцев. Дорогие друзья, к сожалению, по техническим причинам номер меняется, звезды не смогли доехать на наш концерт. Тогда следующий номер. Ребят, да, рояль, пожалуйста, унесите. Мы с вами споем. Что же происходит? Tornar sorrir.
отлично выглядит. А его щетина — это что-то. И такой умный, в очках. Столько всяких передач ведет. Молодец. Да. Жаль, что женат. А сколько времени осталось? Да все уже начинается. Побежали смотреть. Добрый вечер. Мы продолжаем сражаться с ветряными мельницами. Известно, что культура формирует характер человека, в том числе его вкусовые предпочтения. Посмотрим на современные субкультуры через призму вкусовых ощущений. Какова же современная субкультура на вкус? Итак, тема нашей сегодняшней передачи – современные субкультуры, вкус к жизни. И у нас в гостях Плакса Иявида, жрица безответной любви, автор бестселлера «101 способ умереть красиво», МГУ Алиса Хандра. Магистр оккультных наук, хозяйка салона ритуальных услуг «Второе дыхание», преподаватель алгебры и богословия в спецшколе номер 666, готическая дива Марта, служитель темных сил, проповедник первородного греха, член подпольной организации Академии страха и ужаса имени Антихриста, мастер искушения в 13-м поколении, апостол антицеркви Виталик, звезда помойной богемы, лидер панк-группы «Постельный клоп», подмосковный панк Леопольд. Не пришел. Режиссер-постановщик известного остросюжетного мистического триллера «Ежики 4. Свет чистого разума». Человек-растение, досрочно просветленный Растафари Иван Кумар. Трансформатор розовых фантазий, генератор голубой мечты, аккумулятор счастья и позитива Рейвер Паша. Глава клана «Алмазный череп», руководитель радикальной экстремистской организации «Кнут белых», гроза таджиков, вынужденный ариец Борис Берц. Предводитель банды байкеров «Стальные хоботы», гусляр пауэр-металлической группы «Дети Анубиса», автор сборника детских рассказов «Мамонтенок», а также почетный доер совхоза «Апогей» Гарик Хлебов по кличке «Жесть». Итак, уважаемые гости, напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – «Молодежные субкультуры. Вкус жизни». Поэтому сначала пару слов о ваших вкусовых предпочтениях. Кто начнет? Пожалуйста. Мы питаемся эмоциями, едой, которая умеет плакать, потому что слезы — это вода, а вода — это жизнь. А еще мы любим еду, от которой хочется плакать. Например, лук? Пожалуйста, Иван Кума. Чуваки, у меня есть рецепт такой позитивненький для всех. Значит, берете травку и варите ее. Варите в кастрюле до готовности. Соль, сахар можете добавлять. Вам и так понравится, да. Это все? Нет, бывает. Да с голодучей конопляной свиты пофиг возможно. Хорошо, спасибо. Да, пожалуй. Да. Готическая дива Марта, пожалуйста. А что вы предпочитаете из еды? Мы готовимся к потусторонней жизни, поэтому голодаем. Спросите лучше у него. Вот это настоящий гурман.
На завтрак у меня кофе с круассанами, а на обед пельмени с грибочками. А что на ужин? На ужин? А я вообще не ужинаю. Зачем мне кушать? Я боюсь потолстеть. Чтобы реально вкусить вкус пищи, нужно продать душу дьяволу. Павел, а что предпочитаете вы? Понимаете, я всегда нахожусь в движении, на позитиве, дискотеки, постоянные эмоции, позитив, подъем. Ну вы понимаете, можно же вообще не есть. А как же вы тогда существуете? Как? Понимаете, энергия, энергетики, позитив, энергия. Вы не понимаете, что ли? Спасибо, понятно, спасибо. Так. Байкер, по кличке Жесть. Скажите, какую пищу предпочитаете вы? Я питаюсь только жесткой пищей. Какое, если не секрет? Пиво и сосиски. А еще помидоры и капуста. Потому что в них много железа! А ведь железа много и в яблоках. Да, и яблоки. Борис, вы, наверное, придерживаетесь тех же принципов в еде. Да, Александр, но только белая пища. Молоко, сахар, белый хлеб, ну и творог. А творожная масса? Какой творожной массы? И не переношу эти черные вкрапления изюма. И эту желтую курагу. Мой, наверное, ест. Нет. Что ж, друзья, ваши вкусовые предпочтения нам ясны. Думаю, пора, чтобы наши телезрители познакомились с гостем нашей передачи. Это специальный гость нашей программы. Он родился в горах Шотландии. Он бессмертен. Встречайте, Дункан Маклауд. Мистер Маклауд, говорят, что вы бессмертный. Да, я действительно бессмертен. Если не секрет, как вы этого добились? Я уже 200 лет не ем мяса и убойной пищи. И это придает мне уверенность в будущем. Мои волосы стали мягкими и шелковистыми. Дыхание свежим, а улыбка ослепительно белой. Кожа мягкая, как у младенца. Мне снова 20 лет! Все, перехожу на алкогольное пиво и соевые сосиски! Кстати, спонсор нашей программы ОАО «Соя Земли». ОАО «Соя Земли». Вот в чем вся соя. Алиса Хандра, раньше вы никогда не улыбались. Что случилось? Мне кажется, я влюбилась. Марта, по-моему, какие-то изменения произошли и у вас. О, Дункан, я снова хочу жить. Я снова хочу есть. О, я тоже хочу есть. Еще никогда так не хотелось. Может быть, вы раньше просто не замечали время суток? Кстати, скоро ужин. Вы же не ужинаете, Виталик? Как это я не ужинаю? Хватит взять этих круассанов. А вы, Борис, вы изменили своим вкусовым предпочтением? Как насчет гречневые каши. Ладно, но только с молоком. Пожалуйста, две порции сделайте. Итак, друзья, время нашей передачи подошло к концу. Насколько я понял, все наши сегодняшние гости пересмотрели свои вкусовые предпочтения. И это понятно. Быть бессмертным не только невозможно, но это еще вполне достижимо. Все дело в пище, которую ты ешь. Мы можем лишь посоветовать вам. А сделать выбор предстоит все равно вам. Пока.
немного. Они хотят изменить мир. И они это сделают. Песня прямая. Прямей не бывает. К сердцу народа иду напрямик. Здравствуй, затерянный в собственном крае. Здравствуй, нанизанный страхом на штык. Если ты слушаешь песню баяна, если услышал ты сердце на бат, значит, увидишь кровавые раны светлой души своей в клетке раба. Если в тебе закипает отвага, ежели вспомнил, что ты славянин, значит, ты вышел за стены тюряги, значит, ты будешь уже не один. Страшно летует машина уродов. Русь подминай и волю славян, чтобы на этой земле через годы жил равнодушный беде, дурнопьян. Если ты к песне певца равнодушен, если ты злобен на правды слова, значит, имеешь ты мертвую душу, или у нее отобрали права. Знать, почитают тебя за скотину, значит, готовят тебя на бой, чтобы ты гнул на хозяина спину, был для вампира довольной тлей. Песня прямая, прямей не бывает. Если в обход, можно и не успеть. Быстро плодится разбойничья стая, нагло плетя против совести сеть. Оборотни пострашнее фашистов, их ненависть, ненасытность, кромешная тьма. Нации совести им ненавистны, их идеал — воровская тюрьма. Брошено все на твое удушение. Деньги, масоны, сектанты, раздор, зомби, пришельцы, гипноз, облучение и животворных энергий забор. Бесы детей приковали к экрану, словно обрезали крылья у них, чтобы вести их тропой наркоманов и наслаждением мутантов иных, чтобы они оставались довольны в клане уродливом долей такой и, принимая хозяина волю, жизни свои отдавали с душой. Даже животные против восстали, птицы, дельфины, огонь и вода. Все понимают, терпеть не пристало, коли пришла в храм природы беда. Надо разжечь противление насилию и на фронтах всех дать нечисти бой. Надо собрать солнце, светлую силу, чтобы она стала в каждом собой. Чтобы она наш народ защитила, чтобы она пробудила славян и распрямили сердечные крылья, преодолев унижение, обман. Песня прямая. Прямей не выходит. Можно беситься и молча страдать. Можно юлить нечестивцам в угоду. Можно дубасить башкой о врата. Можно узнать идеальное средство против старения, перхоти, блох. Только для нечисти ты, если честно, будешь всегда гой, рабсила и лох. Биомашины войны не боятся. Это для них на закуску десерт. Больше всего удушители злятся, если в тебе зажигается свет. Свет собирается волею рода. Свет собирает могучую рать и разрушает концлагерь народов, чтоб человечности знамя поднять. Знамя становится силой вселенной и вдохновением ее красоты. Совесть иконою самой нетленной, воином света становишься ты. Песня прямая, прямей не бывает. К сердцу народа иду напрямик. Эта дорога от края до края к свету ведет через вечность и миг. Номером для вас выступит народный ансамбль. Простите, что вы себе позволяете у нас концерт идет сейчас вообще-то?
Послушай, здесь мои друзья. Вот тут у вас танцева танец. Я, конечно, все понимаю, но у нас тут программа есть, понимаете, концерт. Это вообще кто такой? Бомбардия! Пир буду! Что он сказал? Кто это такой? Если ты не согласишься, они тебя зарежут! А сейчас армянский танец возрождения! Ох! Закончился? Говорят, а ты не верь.
праздничный концерт завершен. Мы желаем нам всем, чтобы это праздничное настроение сохранилось на весь год. До свидания, друзья! До новых встреч!